Юные мастера фигурного конька Чувашии определили обладателей наград первенства республики нынешнего сезона. Вместе с судьями за прокаткой претендентов на призовой подиум внимательно следил и наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. Фигурное катание в Чувашии – это путь к здоровью или спортивным вершинам? Ответ на этот вопрос мы попытались найти, посетив соревнования первенства республики по фигурному катанию. Наш визит на центральный каток Ледового дворца Чебоксары-арена совпал с выступлениями спортсменов второго юношеского разряда. Фигуристы этой квалификационной группы соревнуются в одном виде – произвольной программе. За 2 минуты 15 секунд спортсмены 7-9 лет должны продемонстрировать судьям два вращения, причем одно из них со сменой опорной ноги, каскад прыжков и один прыжок в два оборота. Важна техника исполнения и артистизм. Цель этих соревнований – выявить достойных кандидатов на первенство России по Приволжскому федеральному округу. Чтобы поднять рейтинг соревнований, мы приглашаем спортсменов с других регионов – Татарстана, Мариэл, Нижнего Новгорода, чтобы дать возможность нашим спортсменам, не выезжая за пределы региона, оценить свои возможности. Вместе с девочками за награды первенства республики сражались и мальчики. Свои 7 лет Иван Сазонов фигурным катанием занимается уже 5-й год. Выступление воспитанника старшего тренера Республиканской Федерации Ольги Булавкиной без падения не обошлось. Но, несмотря на это, спортсмен докатал свою программу, причем ему хватило смелости завершить выступление акселем. Для меня пример сегодня фигурное катание про испанского фигуриста Хавьера Фернандеса. У него артистизм очень хороший, так же, как у меня. Несмотря на ошибки в прокате, в итоговом протоколе первенства республики 7-летний фигурист занял верхнюю строчку, опередив своего ближайшего соперника Сергея Абрашина почти на 5 баллов. Специалисты уверены, это далеко не предел для такого талантливого фигуриста. Мальчик хорошо мотивированный, сам захотел. Ну и потом, что мне нравится, у него уже редкое качество, когда у таких, особенно у мальчиков, так рано проявляет чувство конька. У него есть скольжение, он почувствовал скольжение. И что еще очень немаловажно, он хорошо слышит и чувствует музыку, передает движение под музыку. Всего же награды первенства республики были разыграны в 9 группах. Вячеслав Ильин, Вадим Владимиров, Вести, Чувашия.